Четвертый час утра. Сегодня у нас Трангла, перевал. Все собрались в столовой. Со вчерашнего вечера снег на улице идет. До сих пор он еще немножко идет, но ветер успокоился. Даже тут и не показать ничего. Ну, в общем, выпало сантиметров 10 тут. В лагере лежат сугробы. Из наших телегрупп в столовой еще несколько иностранных групп. Да, ну человек 100 тут народу готовится сегодня выходить. Делаем кошки на улице скользко. Дошли из Тарангфеди до Хайкэмпа. Вот в такой мгле идем. Ветер стих. Вот медленно набираем. Много людей, растянулась группа. Сейчас тут в кемпе всех соберем, переформатируем по скорости ходьбы и пойдем уже на перевал. Hi guys, picture. All good? Если уж раздеваться, будет продувать. А, ну и можешь одно что-то снять. Потом... Главное куртку. Че, классная прогулочка? Слои. Сколько у тебя слоев? Раз, два, три, четыре. Андрей, попей, закрой, ладно, я пойду. Ну что, переформатируем по скорости? Да. А то первую, конечно. Ты снимал круто, как все с фонариками шли там? Темно, очень темно. Ну я пару кадров на камеру сделал. Ну просто мы первые как-то пришли там. Идем от хайкэмпа в сторону перевала. Уже, ну вот только вышли от хайкэмпа. Впереди первая группа, вторая за мной, третья внизу. И впереди, наверное, человек 100 еще из тех, что мы видим. Тропа довольно узкая, вот такая. Приходится как бы идти в одну цепочку. Ребята, улыбайтесь. Вон такая очередь просто. Вот, смотрите, это я палкой показываю. Жесть. Не, много он с рюкзаками. Может быть, вчера они пошли из-за погоды. Скопились. Ну, вчера-то нормально было. Ну, наверное, человек, в общем, 200-300, я думаю, будет на перевале. Небольшая очередь на перевал Трангла. Так что теперь не только Эверест может похвастаться очередями. Чуть подъемчики прошли, народ растянулся, уже не стоим, медленно идем, там впереди чайный домик уже видно, недолго уже до перевала осталось, погода налаживается, солнце выходит, что будет тепло, я думаю, вовремя успеем пройти и спуститься пораньше в Муктинат.
дошли до первого чайного домика. Вот. Часть людей уже пошла наверх, не тормозится. Вот немножко отдыхаем, собираем группы. Отсюда можно взять портера на перевал, кто шел самостоятельно. Выдвигаемся к перевалу. Ну, бодренько. Последние шаги до перевала. Там уже вдалеке видно. Все стоят, пьют чай, веселятся. После перевала нам еще спуск на 1,5 километра предстоит. Так что это только половина работы на сегодня. Кто-то не устал и пошел вон гулять на горочки окрестные. Большинство, конечно, скинуло рюкзаки и пытается отдышаться. Эй! Поздравляем! Поздравляем! Все, мы не видели бы его. Идет. Все радуются, обнимаются. Большой чайный домик. Ажиотаж, конечно, возле него. Эй! Кому-то, конечно, по пути плоховато, в том числе и портерам. Нормальная история. Вот, собственно, так выглядит перевал. Пошли. Табличка. Сейчас найдем табличку. И вот уже спуск пошел дальше, в сторону Мактинаты. Табличку занесло снегом. Приходится приседать, чтобы сфотографироваться с ней. Желающие сходятся. Катя, давай пять. Сделано. Хова. Вова. Давай пять. Перевал взят. Наша вся группа уже убежала вниз. Пойдемте вон к ним, с ними сфотаемся. Идем вниз с перевала. Отдохнули, съели запас сникерсов, выпили чай. Теперь 1,5 километра вниз по снегу. Че, без сигаретки? Закончил уже. Спускаемся в Мактинат. Стронгла. Уже на 4000 мы спустились.
адский спуск. Сначала был снег, такой подтаявший, местами рыхлый, глубокий, где очень скользко. А сейчас вот по такой жиже идем, которая тоже очень скользкая и налипает на ботинки. Там вот внизу ресторанчики. Сейчас будем отдыхать после подъема. После спуска. Ну и вот на факт. Нет, ну да. На самом деле он Да.